В ГАИ напоминают, вскоре автовладельцам нужно будет сменить летние шины на зимние. С решением лучше не затягивать и переобуться до наступления холодов. «Готовь сани летом» – это выражение мастера автоцентров часто приводят в пример своим клиентам. Все потому, что смены летней резины водители часто пренебрегают и на техобслуживание приезжают лишь ближе к декабрю, когда официальные сроки по сезонной переобувке уже подходят к концу. В этом вопросе инспекторы ГАИ рекомендуют ориентироваться не на календарную зиму, а на погоду за окном. С понижением столбиков термометров на дорогах может появляться гололед, различные осадки. Летняя резина просто не сможет остановить автомобиль на скользкой дороге. Да и выбраться с ней из снежного заноса тоже будет проблематично. Летние шины теряют свои сцепляющие свойства при температуре по Цельсию плюс 5 и ниже. За прошлый период обязательного использования зимней резины на территории Гродненской области было зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых водители пренебрегли зимним типом шин. А в условиях плохой погоды, а также первых заморозок, госавтоинспекции рекомендуют выбирать безопасную скорость, дистанцию и боковой интервал. Преимущество зимней резины налицо. Она не боится отрицательных температур, не перемерзает и, соответственно, становится жесткой при плохих погодных условиях. Минимизирует риски возникновения аварийной ситуации на дороге. Сменить резину водителям нужно до 1 декабря. Как показывает практика, пик активности автовладельцев приходится как раз на последние недели ноября.